Привет! Сегодня я поделюсь с вами своими ощущениями от использования новой туши компании Oriflame. Смотрите, какая она красивая. Такой весенний бирюзовый цвет самого футляра туши. Но суть не в этом. Суть в том, что эта тушь содержит увлажняющие уходовые компоненты для наших ресничек. Помимо того, что она полностью прокрашивает, создает неповторимый образ нашим глазкам, но еще при этом ухаживает. Согласитесь, не каждая тушь способна на такое. Поэтому давайте я сейчас подкручиваю, чтобы показать вам, какая кисточка. Ну, все вы знаете, что правильно надо выкручивающими движениями. Вот. Мы выкручиваем. И сейчас вы увидите, какая красивая здесь необычная кисточка. Смотрите. Видите? Вот эта кисточка очень хорошо прокрашивает уголочки внутренние, внешние. И при этом, знаете, у меня всегда была проблема, я вымазывала постоянно внутренний уголок, когда прокрашивала. Сегодня я попробовала этой кисточкой прокрасить, и мне очень понравилось, что мои глазки остались чистенькие, и не пришлось переделывать все. Поэтому, ребят, девочки особенно, кто еще не попробовал, попробуйте. На самом деле, по таким ценам очень даже хорошая тушь. Вот она какая. Все, надеюсь, мой отзыв вам понравился. Будете пользоваться. Поэтому всем удачного дня!